Итак, я рад приветствовать, мои дорогие друзья, с вами Модем Игровой, и мы продолжаем играть игру по названию Call of Duty. Так, вот мы выиграли предыдущую миссию, короче, выбрались из этого долбанного, из этой дамбы, короче, нас спас капитан Прайс и там, как его там, майор Инграм. И вот надпись: «Защита прав других людей – самое благородное и прекрасное деяние человека». Калил Гиберн, глаз поэт. Ну что, друзья, давайте будем, думаю, следующую миссию сделаем. Так, карты. 2 сентября 1944 года. Это все с 44 года. Кстати, говорю, что это почти конец британской кампании. Это, наверное, предыдущая, не предыдущая, а это предпоследняя миссия. Ты готов, приятель? Да, бро. Давай. Вот. Опа! Ну вот, давай. Давай, братан. Да ё-моё. Да? Давай. Нам придется сделать это по дороге. Давай. Так. Братан, давай, без проблем. Только побыстрей, ай, ё-моё. Очень плохо, давай, братан, быстрее. Так, опа, на тебе. Я тебя прошу, только побыстрее, братан. Ебой, взорвался мостик, да, взорвался. Давай, братан, давай быстрее. Загружайся, пакуйся, так сказать. Так, давайте перезарядочку, думаю, сделаем. Ай-яй-яй, валенки. Давай. Откуда он вообще вышел? Да пошли они отсюда. Так, наверное, нам пригодится, скорее всего, этот Панзерхаус. Потому что нам хана будет, я как понял, если мы его не возьмем, да? Ну, ничего страшного, так. Не радует, что у нас уже есть Панзерфаустик. Бум! Давай. Бро, давай. Я рад этим подарком твоим. Есть. Черт побери. Давай. Хорошо. Замечательно. Прекрасненько. Я думал, что нам хана, но оказалось все наоборот. Им хана. Так, куда ты едешь, если я в тебя уже 1000 патронов? Это... Ах ты, гадин, ты чё? Фрицоид. Кстати, друзья, я предупреждаю, что это конец британской кампании. Следующая кампания — это советская. И вот, так сказать, конец капитану Прайсу. Ё-моё, ты откуда взялся? Давайте аптечку, наверное, перехватим, потому что без аптечки нам никак. Аптечечка. Ага, водила, привет, водила. Ничего страшного. Тяу. Ух ты, ё-моё, да куда? Чё, назад? Давай, иди сюда. Да блин, куда ты пошел? Иди сюда, иди к папочке. Давай перезарядочка быстрее. Ага. Кто что делает? Прайс? Боже, мы это сделали. Я дьявольски сильно в этом сомневался. Ай-яй-яй, братан. Почему ты сомневаешься в наших способностях? Вот такая была, друзья, миссия. Давайте, я думаю, может продолжить. Храбрость пугает до смерти, но продолжает бороться. Джон Уэйт. Хорошо.
можно, так сказать, радоваться. Так, сержант Уотерс и капитан Прайс. Метод, хорошо, совершенно секрет. Что, снова? Снова продолжаем, да? Это кто еще? Это кто? А, это аэродромчик. Помню. Тут тоже, так сказать, не сильно легкая миссия, я скажу. Так, братва, не ехать ко мне. Не надо ехать ко мне. Не надо со мной лететь. А почему я умер? Почему я умер? Может, ну, нужно присесть. Аэродрому, где ждет остальная часть команды. Да? Они радировали, что придумали какой-то план. А, это сержант Уотерс, а не майор Инграм. Я уже перепутал с майором Инграмом. Так. Этого нужно уничтожить. Да блин, Инга. Это почему? Это почему? Я не понимаю, почему это происходит со мной такое. Мы двигаемся к аэродрому, где ждет остальная часть команды. Они радировали, что придумали какой-то план бедствия. Может, впереди там кто-то есть такой странный, страшный. Просто не могу понять, каким образом, а? Почему? Я не понимаю. Почему так происходит? Наверное, нужно его окончательно замочить. А можно пас дефолт, да? Они радировали, что придумали какой-то план бедствия. Блин, значит, давайте его сначала. Братан, давай, иди сюда. Да давай, мочи же его, ё-моё, мочи. Мочим до конца. Мочи, братан, мочи. Мочи. Мочи гниду. Есть. А уже ждешь, да? Так, ну что, давайте, я думаю, вылазить будем. Так, вот за это и сядем. На-н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 а. Прекрасно. Да, все хорошо выходит, да? А я стараюсь, братва. Давай, сдохни. Так, слава тебе, Господи. Что все хорошо закончилось. Опа. Так, шип ЗД. Не надо. Вот такой огонь мне не нравится, который они издают. Ай-яй-яй! Фигарим как можем. Хреначим как можем, друзья. Хреначим как можем. Честное слово. Я прошу вас, успокойтесь. Чего же вы неспокойнее такие, а? Давай. Блин, почему вас так много?